Знаю. Никто вечно не заанкорится, а то, что, блядь, риск с углей вытопить и переворпать. Портик уже взорвется сейчас за нас. Это обидно. Ну, Мортис, ты ревелом стреляешь. У Коша с Грейви стреляй, может, ты хоть пишешься. Точнее, финал Булус получше. Чё? М? Я сделаю. Давай, давай, стреляй. Плюс нас полирую его. Это самое, сейчас будет просто туча ебаных контов, и начнется бешеный разварп. Никто слушать не будет из союзников. Никто и не должен слушать, я уже написал тысячу раз, что все расстрел. Сразу по контам разбежались, там... какие-то вкусняшки схватили. Все, остановитесь, а вы выключили, ждите конты. Внимание. И пошел. И с лонга прямо сейчас на лонг перезаряжайтесь, пробуйте стельку малька убить. Положи на их скрипты, блять. Я пошел за ДСТшкой. Ребят, по контам раскидались, раскидались. Через секунд 5 они станут на варпу и мэмами. А то в дамаг академик на скиче. Конфиссор запах, блять. Он меня сейчас выебет. Под варпу на него уже. Что-то врекнется. Народ, сейчас самое лучшее, что можете сделать, это сесть на джеки и полить всех минусов, которые будут пытаться улетать. Да и, собственно, смотрите, коляда плюса она варпывает. Для того, чтобы стрелять то же, что и они. Браунское движение какое-то.